se déroule dans Conan. Вон там. Кто стреляет? Это разве стреляли? Ага. А, ну это наш полудурок. Ты в скайп, может быть, зайдешь? Ты в скайп, может быть, зайдешь? Он так не сказал? Куда нам? Вы на Москве не играли? На чем? На Москве. Не. Слышу. Это он сзади нас тут. Но. Вон домик справа еще. Сзади, сзади. Заду бежит и ударяет. Чуть левее. А ты найди сначала сейчас там. Чего вы тогда меня бомбили? Че один вправо, один влево. Ех, я ничего не кидал, ну да ладно. Только одну гранату киданул и все. А, не, я одну банку кинул. Так, на бок. Нет. Нет, это зеленую вернул, да я смотрю. Молодец. Yeah. А кто-то красный и зеленый еще украл, да? Бродяг. У меня красная куртка. У меня белая вообще. Как ты так, камуфляжная? Я уже 160 лучше собрал. 500? 204. 40. Че, через воду? Там вот не заметно. Я же не заметно. Я. Не, не заметно. Не хватает гитарки. Вот там еще сишки есть. Семки есть. Бабы есть. Автоматы есть, я освещаю, брат. Я твой наоборот. Я твой на переоборот. Слышь, Форта? Сейчас звонил Денис. Ну. Короче, говорит, типа, ты, я его киданул, не играл с ним сегодня. Я с тобой все время играл. Ну. Я говорю, слушай, ты, я сейчас с тебя угораю и угораю сейчас с того, что меня Форта тупо стоит и бьет этой. Ты меня бил топориком. Ну. А, ты с Форта играешь. А, да он вчера бомбанул на то, что.
на тебя и на меня, на то, что мы с тобой сделали, такой, а причем я? Я стоял вообще в АФК. Я говорю, поверьте на слово. Он такой, ну да, стоял он в АФК, ага, конечно. Я такой, ясно. Ну-ну-ну. Мостик. Там маяк. Я вижу дома вон там, ребят, вдалеке. Пойди не там. Пацаны, минуту АФК. Кил-кил, давай, погнали. А, давай, подходим. Да, мочи. Мочи. В смысле, орать? Нас двоих убьет. Давай, мочи. Давай, тройной суицид. Иди ты! Давай, давай, давай. Выстрел, ребят. Вон, я даже вижу откуда. Давайте я чекну, я на разведку. Это сзади стреляют, вон. Вон они, впереди. Я чекну, пойду. Пойдем. Стой с ними, я сейчас подойду. О! Это Гроф, наверное, да. Гроф, нет. Мару убил. Нет, подожди. Это с калаша стреляли. А не, это с полуавтоматического стреляли. Не уверен. Сильно жесткий разброс, чувак. Сильно жестко быстро стреляет. Ну, полуавтоматически он стреляет слишком быстро. На патронов много выпущено. Вон дом хороший стоит. Их там два стоит где-то. Вон на горе вижу чувака, вон на горе стоит, вон на горе стоит. Вижу. На кака. Видишь? Да. Давай я справа зайду. Он слился, он свалил с горы. Я вижу. Они что, дальше пошли, что ли? Вижу его бошку, слышь, вижу его бошку. Ну у тебя болта нету. И его самого вижу. Вот, вот стой за ним, смотри. Я запрыгиваю на скалу. Где вы? Он сидит на картах, слышь, походу кого-то увидел из нас. Я ему уже хэт отвесить просто жесткий. Была болтовка. Три патрона с этого, с Томпсона, а он труп. Куда идти? Прямо, ребят, прямо. По берегу. Я могу его снять. Да нет. Тут завод. Да, целый завод тут, дохрена всего. Он стоит на горе прям, слышь? Я его могу снимать уже! Подожди. Костер работает. Ребят, мне нужно отойти будет, я в туалет, короче. Где он на горе сидит? Я иду по горе, вот. Вот ты прямо на него идешь, Не прыгай, не прыгай. Он в красный подходит к нему. Который ты, идет, вот ты идешь на него. Нашел. Вот ты идешь прям на него. А где там? Иду. Прямо. Иду, и помоги. Вот он перед тобой, видишь его? Вижу. Их там двое. Твою мать. Куда ты ушел? Все, видно. Я, пацаны, там. Я найду, а что тут бегает этот фонарик какой-то? Базуку нашел. Зажигательный патрон для эмки.
смотри. Антивирус говорит, античит не работает. Чат не читаешь? А, вы античит говорит, да. Кого вы там ушли? Двери. А я фульный почти. Какое именно? Да хуй. Вон она еще. А, это наш, наверное. Да. Да. Да, вот это. Вот, да, я дайте нашел. Мне один спрят. Дайте один спрят, который посажал. Вышли. Ох. Арморат, вот где арморат надо мочить. Кто по мне стрелял? Пацаны по нам стреляли. Это патроны. Клоч тут. Да, это. Сейчас я отъемся. Сейчас подожди, отъемся. И посмотрим часов. У меня шприцов ни хрена. Где дверь? Давай. Все вышли отсюда. Я стреляю. Отойдите от меня. Отходите. Сейчас зайду. Давай. Это все взорвалось. Да. Разрывные патроны, ребят. Нашел. И скоростные тут. В две болтовки сломано. Гроб. Слышь, гроф, который ты сказал зарыть, грофов нашли. Да. Кто бегает? Yeah. На улице. Я так-то бегал. Ты да, сейчас, ты мать пять раз сказала. Сиди. А чё, подъем не был, что ли? Как он наверх? А, иди сюда. Когда наверх залетим. Меня орут. А ремонт есть? Вот тут сломай над ящиком. На шкафу. Что там наверху? Да все, прямой весь там его дальше уносил. Эй, пацаны, что? Где кто у нас? Я все, я уже вылаживаюсь. Потому что у меня тут орут. А этот тебе Серега? Без понятия.
А это что за дверь у нас есть? Вот тут сама дверь. Дверь, дверь, сломай. Вон то. Пошли следующий выносить. Да. Вон тот. Да. А да, все, я все. Без понятия, он дома тут стоит. О, а он говорит, что работает. Да, печка работает. Оо, лутай. Пошли еще один домой, все. Эх, пацаны, пацаны. Грофовцы. Ахажа. Пошли. Ага. Пошли вот этот. Дверь открыта. Выходил. Давай. Уходи. Давай, третий. Где словно? Ну вот тут чуть похер. Не, херня. Да. Пошли соседний. Соседний дом. Все, ребят, до завтра давайте. Да. А, помните, словно было. Давай пойдем сначала дом. Вот тут куш будет, давай сюда. Вот, сколько у тебя ракет еще? О. Я добью. Давай, я добью. Давай вот сюда дверь. Выходи. Подожди, дай я посмотрю, что сломалось. Что сверху упало, давай. А. А что-то в воздухе повесли. Вот тут и 10 кассиры, слышишь? На крышу пойдем. Шкаф очищаем. На крышу. На шкаф он сломать. Что, как он взрывать? А да, выходи. Смотри, я стреляю вот в крышу прям. Лесенка что сделал. У меня 3 хп осталось. Аккуратно. Да. Ой. Yeah.
Разбирай, да, снизу полностью разбивай. Полностью вниз просто ломаю все на. Так. Постой, что наверху? Наверху над ящиком тут сломай. Голова. Что там было у него? Вот эту дверь сломай. Ай, это ломай. Сейчас пойдем и выносим все остатки. Я ухожу. Мы можем бинты делать? Шприцы. Крафти. Зря шкаф сломал. А, еще один. Да. Гроув план. А еще там есть кто-то? Весь и тот разрушил. Жесть, пацаны, подлетели. Не пусто. Ага. Мы пошли тут смотреть, что там где еще. Тот за ремонт. Тот. Больше ничего выносит. Нет, второй. Другой. Вот он, да. Какой? А этот спрятали что? Тут тоже не найти что. Ребят. А. Чё у вас тут? Смотри, дом уже снесли. Нормас. Мы же на ракеты заработали, на эти же. Ребятюни. А Фортач все забрал, что ли? Тоже? Да. Можно, Фортач... будет, можно будет у вас попросить калашей чуть-чуть? Ну, делаем, что? Да ломай пол, все нахрен, чтобы попал есть. Ну, пронесли все. И прикрытие, если можно, ребят. Я хочу дом строить, а Фортача нет. Все, начинаем. На вынос мозга. Дом. Грандар, можешь принять? Да. А вы их уже рейдеры? Да. Арбас. Грововский клан. Гров. А, так вы Гров зарейдили. Да. Тих еще найдем. Здорово. Это свой. Я. Господи, не пугай меня так.
Лел, ну вы даете, взяли грувов зарейдили. Там там ничего нет, ни шкафа, ничего. Пошли отсюда, все. А что там в вышке будет? А не уж. Пошли еще один раз дарем дом. Вон влево, пошли туда, в лес. Туда. Три. Я у фортыча забрал калаш, патроны. Сколько? Сколько? Ого. Ого. Охренеть. Мы окупились в тройне. РПГшных патронов делай. Просто, чтоб мне рейтить ходить без тебя хотя бы потом два дня. О, это... Сколько ракет у нас? Эй, ребята, кто с музыкой, кстати, гоняет? Я. Yeah. А чё, мешает? Да нет. А, оу, я еще это делал. Топлю тысяча низкого качества. Ебать. Ты мне шприцы можешь сделать. Если нас зарейдят, они все охраняют. Нет, топлю. На. Давай, кажем по хотя бы. Ну, мне 4-5 может. Мне 5. И у него в голове так, такие шприцы. Еп! Куда так много? Все, мора. Я взял себе 4 или 3 штуки. Бери еще, ему не надо. А, спасибо. Все, погнали. Вон еще домики. Вот этот домик можно вынести вообще по изичу. Сейчас потом. Да. Нет. О, отвисло у меня. Слышишь? Смотри. Там дом из того металла, его можно сейчас будет вообще на изичах вынести. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Ты отвис? Да, листовой металл вообще изи вынести. Нет, вроде там. Есть? А, ну немножечко. На калаш держи. Спасибо. И сюжет там же есть. О, тут пещера, кстати, ребят. Они тут застроились, просто пещерка. Лео. Да пошли дальше там, вон тот разнесем. Или этот уносим. Давайте этот, потому что его на изичах будет вынести. Будем, нет. Да я не хотел, пойдем прогуляемся дальше, посмотрим. А да, взрываем его, если ты сразу сделаешь патроны. На, фундамент надо посмотреть, может он не живут. Может он говно, блядь, потратимся просто зря. Ну нужно людей выселять все же. Как фундамент вот чекать там может? 200 пока. Мне кажется, фундамент упал уже. Нет, да? Это, наверное, в жопу этот дом. Дальше.
А еще 20 посижу. Лошадь за одним ходом ходит. Да. Чей? Кров. Гроу. Да. Гров. Да, гроу стрит, типа. Гроу, да, там дабл было вроде. Да, дабл. Он, давай. Ребят, поняли? Чат чекните. Да. Тут посмотрите, что Мишка делает. Там здесь медведь. Настрой. Там медведь тупо в этот впадает. РТ, я знаю, где ему, короче. Право все. Да нет, пока не делай. Сейчас вот где-то мана надо найти. Да, нам бы, конечно, этих чмырей найти второй дом. Что за справа домик? Здесь с крыши. Нет, дальше. А. Дальше мне надо. Это мне интересен. Главное, дерево. Значит. Вон, а это мы тот видели. А, слышишь, я его рейдил. Мы же когда, помните, клан МЛП наш был, мы его рейдили. Погнали дальше. Ребята, знаете, что обозначал МЛП? Ребят. Ау. Знаете, что обозначал МЛП? Ну вот, просто предположение есть какие-нибудь хотя бы? Нет. My Little Pony. Нет. Скоро тут все серва полягут от нас. Ты, Витёк, видно, тут самый главный барыга, да? Вот маяк. Вот их дом на маяке. Чей? Клоусов. КЛО этих? Ага. Клоунов? А, да. А их можно, слышишь, тут тупо можно этот снести фундамент, и они полягут там. Шесть. Так. Угу. А, слышь, этот дом выставили на маяке. Сейчас, только не выключай. Голосая. Не, может реально подружиться. Ребят, слева.
он ляжет. Опа. Посмотрите, кто это. Сними с ноги стрелу, ты как будто по чем-то бежишь, тебя будут палить. Давай. Снял. У меня места уже мало. А, ну хотя спасибо, я дом хоть смогу хоть нормально отстроить. После того, как один даун его наш дом ремувнул бы. А, слушай, ребята, можно у вас в доме будет заснуть сегодня средствами с важными? Ребят? А. Да. Не знаю. Да нахрен ты? Голый, что ли? Вижу. Вижу. Попал. Вон, погнали, пацан, дом нашел. Он прямо. Наверное. Давай, дом выносим один и все на сегодня. Ребят. Ау. Ну можете мне просто комнату какую-нибудь левую выделить? Я там лягу и потом завтра к себе ТП-хнусь просто. А... Да, дай им в шахту пустим. Я просто, знаете, не хочу, чтобы меня зарейдили. Давай домик, в шахту ляжешь. У меня домик маленький, у меня там выносить как нифиг. А, боже, слушай, я у тебя в клане. Ты дружишь с Фортачом. Зачем мне вас предавать, чувак? И... Да, кстати, извини за то, что мы у тебя ресы брали, ну да ладно. Я хотел просто сказать, потому у меня дом маленький, после того, когда он какой-то ремувнул, один этаж, и там вообще его вынести просто как нехрен делать. Завтра стену обстроим. Ну, я же спать скажу. Я тебя прикрывать буду. Ну, дом говно. Сука. Не, ребят, честно, вот я и Фортач это одни из адекватных человек на этом серверке. Вы тоже, я уже понял. Пацаны, я знаю, где тут домики слева. Ну, я бегал тут. Понимаешь, я просто играл с такими даунами, которые всегда это говорили, у меня привычка уже. Знаю. Не, курить это говно. Ну, и легкие посрал неплохо. 12 лет. Ну, считай, 4 года этого... старания ты просто просрал. Мы пробежали эти домики. Да, нормально тогда. А вот надо вниз. Да я налево. Ух, откатило. А что ты, кстати, вы с Фортачом решили это, ну, типа на мировую? С Фортачом. Ну, если вы так не доверяете кресам нам, то можете, конечно, нас и... не в одном доме с нами жить, а в разных домах.
А так, чё? А так, я, в принципе, даже рад, рад с большей компанией играть, чем с втроём. Я, Фортач и ещё один чувак там. Мистер Мор. Да, один он. Я бы не писал, если бы еще на Азамата не банили в чате. Ну. Знаешь, на первом сервере я просто один мат сказал, у меня бан на час дали. Типа любимчик админа. Не, ну когда админы нормальные, то это вообще хорошо очень даже. Да, пошли дальше. Да, там на изи было бы залезть. А как... What the fuck? Мужик, ты как это сделал? А. Блин, почти. Вот где? О. Да ё-моё. Вперёд, бегите. Вперёд. Вон справа дом. Да. Вот это нужно вынести. Тоже замок. Ну, смотри, внутри уже камень. На. А вы играли на первом сроке, да? А, его я... вынесли уже. Я помню просто ваш... Ваши ники вроде. Нормально. Ты смотрел, сколько мы убили? Бать, мы отмороженные. Может, первый. Нормально. Это ебать, мы столько нашевелись там уже в тот же день. Это дом. Я, короче, уже... у меня был раньше клан на том сервере Хазар. А они меня типа предали. Ну я такой, чё, ребятки, у меня остался у вас дома сетхом, хана вам. Раздолбал их сетхо... раздолбал весь их дом. И в тот же день... И в тот же день поставил себе дом Марма. А, ребят, мы возле Аэрот. Да, срываю. Да-да. Долбите. Да. Сейчас взорву. В принципе, ребят, я знаю, как можно рейдить круглые дома. Я знаю, как они устроены. Я сам их строю. Прям убьем их все. Выходи, прямо. выходи. Я шел. Да, вот он. Лев. Охренеть. Подкинь. Да. А, не надо. Дальше взрываю. Дальше взрывайте, ребята, это обман. Ничего нету. Давайте, дальше.
Внутрь. Давай я стреляю, я стреляю. Отойди. Все резцы будут внутри, я уверен. Вот. Давай я сейчас взрываю. Да, ребят, все резцы прям самое. Видите. Уходи, вышел. А он нет. Классич. Дай мне никого. Долби. Давай. Красавцы. А вот я же сказал. А ё-моё, кто тут? Одно крафти, вот сюда кидаем, мистер Побед опиваем. Давай. Ткань не надо есть, ткань есть. Вот сюда вот, чипоньк. Уходите отсюда. Отсюда уходите. Я сам кину. Я добью. Ау. Ребята, я просто знаю, как устроены круглые дома. Отходи. Это вроде один раз всего лишь ударить. Я же сказал. Серьёзно? Слышу. Я у него главный. Ты его? Молодец. Все. Да? Мне показалось, что вдвоем долбились. Оп. Калаш. Это еще что? Он у меня появился. Ремув работает, пацаны, заходим. Да. Это Мом Некрос и I Love Minecraft. Вот отсюда вышел. Еба. На крышу поднимаемся все. Ну я наверх поднимаюсь, встречу смотреть, что наверху. Посмотр делать. Низ не ломайте. А, понял. Смотрим вверх. Ну чё, давайте под фундамент. А? Под фундамент. Да ломайте все. Ничего такого ценного не было. Не окупились. Ой. Шкаф сломал кто-то. Блин. Что надо сломать кто-нибудь, идите со. Ребят, я два новых меча нашел. Я булаву. Вот там пошли. Вот сюда иди. Вот здесь я. А, все. Что тут есть? Ломай все под корень. Че, все у нас снаряд больше нету. Один. Ребята, может вы при... лучше не надо уже вам? Да, все, хватит на все. Я думаю. Я домой топушусь. А я сейчас домой топехнусь, заберу там резать, что там мне нужно. Пустишь его в этот вышку. Это. Я там думаю. Я бегу. Так.
Зато мы нашли новое оружие ближнего боя. Да, того. Как уж почти окупились, пацаны. Бум.